Давай,
сюда! Давай сам, да. Дима! Да. Давай, Дима, бей, блядь! Суки! Судья, блядь! Судья! О, ой, судья! Иди поцелуй, блядь! Дай горьку, Игорёк, один, блядь! На сцену тебя зовут, иди! Да, зовут, давай! Давай, еще, давай! Димка! Забей, Диму! Давай! Не уйдешь оттуда, блин. Это так, кто-то не кричи. А что второй этап следующий? А, давай. Давай! Давай! Лови мелкого! Да, давай. Юра один! Юрита! Вот он, бля! Давай, еще, дави! А проби! Вот, блядь, такая! О! Что ж такое-то, бля? Пацаны, нужен гол! Да. Нихуя себе! Давай не нас мальчик! Тот самый посильнее, ну что ж так самое, ты слабенько там. Шесть!
построили быстро. Считай, ребят, только не рассыпьтесь нам. Бьющего в стену. Андрей, попадай. Куда прыгать, а? Куда тут паста, блин, на, даешь. Да. Да. Ну куда? Смотри, блядь, твои внимательный придурок. Судья, убери. Замена в составе футбольного клуба «Локомотив». Вместо Александра Быкова, игравшего под номером 14, в игру вступил Владимир Нагорный, номер 13. Блять, доказываешь, петух ебаный!
результат. Я с третьей за рекордом, блядь. Вместо Дмитрия Котова, игравшего под номером 19,
В игру вступает Вячеслав Латынин, номер 10. Сзади, блин! Что ты, блядь, а? Да. Да. Я
Замена касается футбольного клуба «Елец». Вместо Юрия Гусева, игрока на номер 10, в игру вступил Владимир Титов, номер 23. Титов. Хорошо! Да. Ты что, не добежал? Мы тебя давали. Титов. Да. Молодец. Молодец, красиво. Замена в составе футбольного клуба «Локомотив». Вместо Владимира Нагорного, игравшего по номеру 13, в игру вступил Алексей Дмитриевич, номер 20. Брось! Ушел! 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 Ушел!
Короче, что ты сделаешь сейчас? Рука, блин! Да. Ой, ой, красава, судья! Ух ты, ух ты!
Дим, что так глубоко? Ты в нападении. Да нет, считайте, понял, Куба, Локомотив. Вместо движения Горького играть по потому что стоит. Вдруг теперь Владислав Антонов на 12 лет. Стоп, кого? Ай, блядь! Замена. Такая футбольная клуба «Юнет» вместо Сергея Бакшина игравшего под номером 2. В игру вступил Данил Целковский, номер 12. Давай,
Все!